Но никак не складывается у Клавдии личная жизнь. И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление с простым текстом. Одинокая женщина желает познакомиться. Ну, здравствуйте. Женщине руку не протягивают. И вообще вы мне не нравитесь. Начну с того, что я от вас тоже не в восторге. Так появляется в ее судьбе человек по имени Валентин. Бывший циркач, переживший физические и душевные травмы и, в конце концов, потерявший веру в себя. Останется Клавдия одинокой или решит изменить свою жизнь? Ирина Купченко и Александр Збруев в комедийной мелодраме «Одинокая женщина желает познакомиться» 29 июня в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».